Привіт, друзі! Я Рената Наджипова. Як славно, що ми зустрілися саме на 12-му всеукраїнському фестивалі TV Start. По-перше, чарівне дійство вже традиційно проходило в Києві. По-друге, наш фестиваль юних талантів – завжди незабутнє свято. Кожен виступ талановитих учасників збурює калейдоскоп нових мрій та творчих досягнень. Дивимось на наших учасників. А зараз на нашу сцену я хочу запросити витончену і тендітну романтичну дівчину Поліна Прокопенко з композицією «Прірва». 13 років, місто Київ, номінація «Сольний вокал», старша категорія, художній керівник Євгенія Пахомова. Давайте привітаємо її гучними оплесками! Атмосфера в нашому залі зараз стане ще більш гарячою, адже запальна Марія Антонюк-Бармак виконає драйвову композицію «Зелен Клен». 8 років, Київ, номінація «Сольний вокал», молодша категорія, художній керівник Вікторія Оріян. Не мов часу, не вічь мені, не дарує чарку.
Одна моя боязка подруга, яка дуже любить співати, ніяк не наважувалася взяти участь у конкурсах. Ми з подружками і стильний мейкап їй робили, і наряди готували. Все марно, їй просто бракувало сміливості. Та на телевізійному фестивалі TV Start усе інакше. Не варто нервувати через оцінки чи місця. Тут кожен здобуває власний творчий досвід, а це безцінно. І всеукраїнський фестиваль приніс чудові здобутки. Яна Ежак и проникновенная композиция «Украина. 12 лет. Город Ивано-Франковск». Номинация «Сольная шоу-программа». Средняя категория. Школа «Crystal Voice». Художественный руководитель Ирина Шабан. Помогает студия «Вернисаж». Встречаем бурными аплодисментами! Батько, мати, я. А Карпати – рідна хата, смириковий край. Українську нашу пісню грай, музико, грай. А у нас небо – синє небо, а у нас поле – жовте поле. А у нас люди – щирі люди, ми одна сім'я. А у нас вітер – вільний вітер, а у нас море – чорне море. А у нас квіти – сонце, квіти. Ця земля, ми усі одна родина, до
вічна ця земля. Коллектив эстрадной песни «Демисолька» из города Николаев. Номинация «Шоу-программа. Коллективы. Смешанная категория». Художественный руководитель Елена Витовец. Песенку спою про пять минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету. Я дарю вам песню эту песенку про пять минут. Пять минут, пять минут. Бой часов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут. Помиритесь, те, кто в ссоре. Пять минут разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, пять минут. Пять часов раздастся вскоре. Помиритесь, те, кто в ссоре. На часах уже 12 без пяти. Новый год уже, наверное, в пути. К нам он мчится полным ходом. Скоро скажем с Новым годом. На часах 12 без пяти. Новый год он не ждет, он у самого порога. Пять минут пробегут, их осталось так немного. Милый друг, поспеши, зря терять минут не надо. Что не сказано, скажи, не откладывая на год. Милый друг, поспеши, что не сказано, скажи, не откладывая на год. Пять минут решают люди иногда не жениться ни за что и никогда. Но бывает, что минута все меняет. Очень круто все меняет раз и навсегда. Новый год недалек. Пожелать хочу вам счастья. Вот сидит паренек. Без пяти минут он мастер. Без пяти, без пяти. Но ведь пять минут немного, он на правильном пути. Хороша его дорога. Пять минут, так немного. Он на правильном пути. Хороша его дорога. Пусть подхватят в этот вечер там и тут эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело. Новый год, часы 12 бьют. Друзі, якщо хочете насолодитися сонячним літом і отримати неймовірні задоволення, тоді вам, юні і талановиті, до нас на TV Start. А де море, запитаєте? Грайливе море вже тут, у ваших ніг. Ми запрошуємо вас на TV Start, який відбудеться у Єгипті. І знову на нашій сцені запальні та драйвові. Школа народного танцю «Променад».
Палац культури курорту Миргород, місто Миргород, творчий номер «Викрутаси», номінація «Народна хореографія», старша категорія, художні керівники Андрій та Оксана Мавтвієнко. Зустрічайте! Тільки знає про моду, розкаже нам наступна учасниця Ангеліна Костенко у композиції «Модніця». 6 років, місто Київ. Номінація «Сольний вокал», молодша категорія. Школа вокалу «Соло». Художній керівник Марія Мядюта. Оплески. Дідушка,
ямка, пусть черный парик. Боже мой, я хороша. Вот бы стать взрослой, ну хотя бы на миг. Я б тогда не колю жар. Что это за чёрт, повернулся ключ? Это ведь на маму пришла. Как же мне на место это все вернуть, чтобы не узнала она? Ого-го, много всего, времени только чуть-чуть. Ой-ой-ой, горе моё, как же на место вернуть? Винница, 7 лет. Номинация «Хореография. Эстетическая гимнастика». Младшая категория. Художественный руководитель Алена Луценко. Встречайте! We'll be right back.
Бачите, скільком юним талантам і колективам дав суперстарт наш 12-й сезон. І сьогодні для вас мій особистий секретик голосистих вокалістів, запальних танцюристів і юних ведучих завжди чекають на фестивалі TV-Start. А ваш головний обов'язок – ніколи не боятися. Тож ми з вами обов'язково зустрінемося через тиждень. А незабаром побачимось! Египет. Страна-загадка. Страна древних тайн фараонов. Хотели бы почувствовать себя царицей Египта или фараоном? У вас есть возможность прикоснуться к невероятной истории мировой цивилизации и окунуться в атмосферу Востока. С 20 по 27 марта международное телевизионное фестивальное движение TV-Start приглашает вас в восточную сказку и стать участником международного конкурса красоты Start Mini Models Egypt в рамках многожанрового фестиваля талантов TV-Start. Участники – модели, индивидуальные исполнители, театры мод, творческие коллективы. Место проведения – Египет, Хургада, курорт Сомабей. Официальный отель фестиваля – Caribbean World Resort, 5 звезд. Огромная ухоженная территория, бассейны, детский клуб, великолепная анимация, радушный внимательный персонал, экзотическое Красное море и, конечно же, конкурсная программа оставят незабываемые впечатления у гостей и участников фестиваля TV-Start в Египте. Фотосессии, телевизионная съемка всей фестивальной недели с последующим размещением в наших программах на спутниковом канале ТЛСЭСВИТ. Генеральный туроператор Анекс Тур, генеральный информационный партнер «Мир отдыха и бизнеса». Стань участником конкурса и окунись в атмосферу страны древних тайн фараонов.